И всем привет-привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик, призраки вот эти, и Настенька. Настя, привет. Да, привет. Сегодня у нас цель построить замок с призраками. Мы нашли вот спаунер призраков, вот видите, они вот такие. Они вреда не наносят, но с них падает опыт. Да. Мы сейчас будем опытными. Настя, давай, короче, где-нибудь здесь выращь. А, вон у нас шахта же есть дома, иди туда. Много-много булыжника добудь. Миллиарды тонн булыжника. Окей, как слышите. Хорошо. Вот видите, какая умничка стала Настя с недавних пор. Каких недавних? А не то, что раньше. А чего? Послушная стала такая. Вообще. Вообще, прям лапочка. Спасибо. Так, ладно. Сейчас я разрушу эту хрень. И будем строить полноценный замок. Полноценный замок. Да-да-да. 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 Настя дура. Настя дура. Настя. 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 Бу. 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 Повторяюшка. Бу. Настя хорошее настроение, она повторюшкой-хрюшкой стала. Да-да-да. Она что-то не повторила. Не повторила. Неповторимая Настя. Да, я знаю, что я неповторимая. Неповторимая. Всё твоей маме расскажу. Про что? Про всё. Скажи, что? Причина? Про призраков. Нормальная причина, нормальная чтобы рассказывать. Причина. Она тут кабенец, кабенец. 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 Мне призраки мешают строить, Настя. Мне призраки мешают строить, понимаешь? Help, help. Help, сос. Сама сос. Сос. Бесстыдница. Бесстыдник. Видите? Они мешают мне реально, блин. Ты давай добывай камень. Добываю. Добывай. Мне уж так. Болтает, болтает, болтает. Болтушка. Дюб. Дюб. Дюб-дюб. Дюб-дюб. Дюб-дюб-дюб. Дюб-дюб-дюб. Дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб. Дюб-дюб-дюб-дюб. Чего ты там дюкаешь, блин? Охренела, что ли? Я. Заткнись, вот и. Заткнись. Слушай, мне призраки будут мешать. Поздравляю. Чё, мне поздравлять? Прими мои искренние поздравления. Соболезнования. Я знаю. Я скажу поздравления. Потому что ты забыла сказать соболезнования. Так, оставляем только спаунеры. Может, если их закрыть, я не буду спаунить? Нет. Не умничай. Я не умничаю. Умничит. Смотри, сколько тут... Сколько тут камней, офигеть просто. Я вот так попробую закрыть все. Тебе камень сейчас нужен? Ну, пока нет. Ну ладно. Ну, можешь принестись хочешь. Там был зомби. Зомби, я тебя люблю, мой лапка. Да идите вы, скотина, блин. Это кому? Ну, это тебе. О, все, я закрыл. Я. Смерть. 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 Маленькая смерть. Они все равно спавнятся. Ну, что поделать? Они же невидимые. Да они мешают строить. Ну, понимаю я тебя. Я так, тебя я сделаю, знаешь... Шо? Шо? Шо я сделаю? Шо? Угадай, шо я сделаю? Я сделаю тотем призрак. Это будет великий тотем. Я нашла яйцо. Яйцо? Своё, что ли? Нет. Мужик, блин. Дрейд Бэт Спавн. Какое-то бледно-розовое яичко. Фу. Пошлятина. Чего? Если оно бледно. Яички тут ищет. Настя яичница. Нет. Я нашла кости. Ей бы лишь бы яички найти. Все. Конечно. Это основа нашего замка. Теперь. У нас было железо. Было, в печке было, помню. Да, отлично, отлично. Стрекоза любви! Стрекоза любви, иди сюда. Стрекоза.
Белая стрекоза. Да. Тварь, блин, я ее не могу догнать. С нее падает этот. Все, хватит. У меня уж 300 почти. Точнее, 3. Уже 4. Тебе 400 хватит? Чего? Денег? Камня. Нет. Больше надо. Нужно на самом деле очень много камней. Вообще миллиарды тонн. У меня уж кирка кончается железная. Ну, сделай еще. Ты же не алмазы добываешь. Алмазы. Алмазы. Этих призраков здесь как грязи. Да? Хе-хе-хе, я очищаю землю. Гордись, топить. Горжусь. В отличие от тебя. Я не горжусь тобой. Настя, молодец. Спасибо. За что? Мне интересно вообще, за что я там походу. Это что там я вижу? Меня? За что Настю хвалить? А, кстати, у нас есть помидорки. Понимаешь, что это значит? Ну, понимаю. Ни хрена ты не понимаешь. Это мы будем делать ферму томатов. Ну, в принципе, понимаешь, значит. Так, вокруг... Блин, эти призракозавры... Призракозавры? За мной... За мной... За мной... За мной... За Настя, за мной... Дура. Настя, Настя дура. Дура. Кирка сломалась, кирка. Молодечко. Я пока с призраками буду бороться, блин. А мне уже нужен камень. Ну ок, я несу. Может, из чего-нибудь другого сделать, кроме камня? Это что за хрень, а? Это что за... Это что за... Знаешь, мне что-то как-то... Что с тобой, Настя? Это что такое? Что такое? С кем вообще там базаришь? А, это тотем. Тут опыт везде валяется, надо собрать. Собираем. Собрала, в отличие от некоторых. Ой, блин. В отличие от некоторых? Да. Ты чё? Я слышала, ты сказал матерное слово. И твою собачье. Не твоё собачье. Не твоя собачья. Не твоя собачка. Твоя собачка. Не твоя собачка. Вы не обращайте внимания, она не в себе. Давай сюда камень, барыга. Слушай, ты барыга. Что-то ты в ямку кинула, не могла нормально кинуть. Вот еще яйца тебе скину, кости. Они такие эти. Давай заспавним. Давай. Давай мне ведро дай сюда, я спавню. Ведро. Можно я? Нет. Фу, ну, блин, гениально вообще. Ты знаешь, что ты там за... На, иди сама спавни. Пожалуйста. Да, а ведро? Вот, вот эту хрень ты заспавнишь. Мышку, что ли? Это летучая мышь. На тебе ведро, пустое тут. Ничего страшного, налью. Налью. Мышек тут спавнит. А с них так много опыта вообще. Это вау. Это вау. Понимаешь, Настя, это вау. Кстати, мне вот это все не нравится. Слушай, а если рядом факел поставить, говорят, не будет спать. А, у меня нет факела. Фу. У тебя есть уголь? Нету. У меня есть он, но этот в сундуке там все валяется. А, это летучка. Летучая мышь. Все ясно. Ну что, до этого не было ясно? Нет, я думал. Я пошла за киркой, короче. Смотрите. Ты что там рычишь? Она медленная. Я ультиматумная лопата, знаешь, как копала? Пру, прям, как пулемет. Вообще знаю. А этот уровень как... Ночью я спать, короче. Трактор. Тащи сюда кровати. Будем с призраками. Всегда все перетаскивать. Кровати сначала хотя бы. Ок. Слушай, давай печку, может, еще. Че? Ну, можешь вообще все перетащить. Но сначала принеси кровать. Подожди. Подожди, хорошо. Мне нужна вообще кирка для особо. Для кровати? Да, для кровати. Если что, у меня печка есть, может не париться. Я уже забрала все. Представляешь? Забрала все я. Эти призраки мне надоели. Они ночью спавнятся в 300 раз больше. И ходят, летают. Спать, спать, спать. О, опять эти сверчки появились.
А где вторая кровать? Вторая кровать у меня. Я не могу. Гони призраков. Кашка. Садись уже. Блин, я кровать. Настя. Какой ссылки? Чего? Я не могу. А, все, наконец-то я сплю. Теперь я не могу. Все могу. А, как хорошо спать. Вообще. Все, скотина, вставай. Иди работать. Я встала. Тебе еще нужен. Отойди, это я тебе могу дарить. Тебе булыжник еще нужен? Да. Нет? Ладно, я пошла пахать. Дыхалка, блин. Ой, зомби, я тебя люблю. О, крипер, как я вас давно всех не видела. Вы такие няшки просто. Я Вон она, блин, бесится. Так, ладно. Я радуюсь. Счастье. Тут глина есть, можно из глины что-нибудь. Ну, можешь добыть, если хочешь. Хочу. Вообще, сейчас, по идее, ты свободна? Пока да, свободный период. Режим. Свободный период. Свободный режим. Режим. Зона. Ты на зоне сидела? Ты че, дурак? По-любому сидела. Почему? Теперь я сделаю замок на курьих ножках. Вот тут вот такой вот маленький. На курьих ножках. Ты сам как курья ножка. Оно заткнилось. Ходит тут без дела. Да. Без дел. Я буду вот их отгонять. Они такие милые, но... Конечно, ладно. Ну давай, отгони. Отгонялка выросла? Выросла. 5 лет назад. Выросла. Чего 5 лет назад у тебя там? Ой, призраки. Сегодня я вещи путаю. Кстати, вместо контакта. Ко мне нифига не хватит. Да? А-а. Ну ты вообще. Из-за тебя я сейчас работать пойду. У-у-у. Курьером. Ну, на почту. Нет. Работяга нашлась тут. Не буду я на почте. Это я делаю на один уровень выше, чтобы муравейки не спавнились. Ну, они спавниться-то будут, чтобы они сюда не зашли. Не залазили, да. Я уголь добываю, если что. Еще. Потому что. Да блин, как они мне мешают, эти чертовы призраки. А, да, они мешают. Настя, у меня. Ты меня обычно Нася называешь. Как так. Хочу, так и называю. Не, просто обычно, необычно. Обычно. Так. Да-да, что от тебя? Да я ничего уже забыл. Что-то хотел, наверное. Как всегда, свою... Ладно. Фигню какую-нибудь скажешь. Ну, заткнись. Офигела тут. Болтает. Лишь бы поболтать. Так, ладно, я буду молчать сегодня, я больше ни слова не скажу. Ага, не скажет, блин, она больше не заткнется никогда. Заткнусь, всё. Ну ты сейчас скажешь, Настя. Настя, ты чё не заткнулась? Я слышу, как ты сопишь. Хватит кашлять, микрофон. Тубум! Пунючие призраки. Плохая идея строить замок с призраками, не мешают строиться. Не, ну вы охренели, да? Настя! А что ты молчишь? У тебя связь пропалась? Угу. Надо скайп подключить, значит. Чего? Хе-хе-хе. Я вообще-то говорю нет-нет. Нет-нет, по-английски. Разговорилась. Найн. Как ты говорила нет? Не знаю. Это глупо все. Нет. Это глупо. Глупышка. Скажи бу. Кто живет? Скажи бу. Скажи бут? Бу. Бу-бу. Ты... Ой, я белочку убила, представляешь? Случайно. Она убила белочку. Вообще, делать человеку нечего.
Я камень добываю. Белок мучат. Да, она просто тут была. Тут еще птичка фиолетовая. Наверное, с нее рубили. А, аметист поет. Есть гениальная идея. Гениальная идея. Гениальная идея. Гениальная идея. Заткнись. Заткнись. Ну, а об этой идее я не расскажу. Об этой идее я не расскажу. Бу. Бу. Бу-бу. Бу-бу. Бу-бу-бу-бу. Бебе. Эфу. 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 Че? Че? Скажи айфон. Мажор. Скажи айфон. Нет. Скажи фонарик. Фонарик. Фу. У тебя всю жизнь будет Nokia фонарик. Нет. Ты сама сказала. Фонарик сказала. Настя фонарик. Настя фонарик. Настя. А ты мажор. Кто? А ты айфон адрозер. Точно. Ну офигела, она меня называла iPhone Droser. Хотя у меня только Nokia фонарик. А у меня Lumia 700. Это я просто так сказала. Сдохни. Я ненавижу Nokia телефон. Почему? Он меня раздражает. Не знаю. У меня 12-й левел. У меня 31-й. Охренел. Я же богомола убил. Еще призраков тут мочу. Там, кстати, они около нашего дома почти. Я не вижу. Ну и там, где наш дом, они немножко еще под. Хочешь, добудем. Кого, алмазы? Да. Сделай лесенку. Из камня? Нет, лесенку именно. Потому что по ступенькам будут муравьи подниматься. Лесенку. Где вход? Ну, проруби, блин. Нет, чем. Кирка закончилась. У меня нет для тебя кирки, есть только... Есть только вот палки и железо. Придется туда бежать мне. На, верстак. Да, где верстак мой. Сколько этих уродов. 13-й левел. Я хочу сделать один с досками. Один с досками ты хочешь? Заткнись. Ладно. Мне еще и призраки бесят. Еще все Настя. Тебя бесит. Бесит. Это ж твое фирменное Нет, слово. Теперь твое, чувак. Я тебе его подарила. Подарилка. В айфон бы лучше подарила. Лучше бы ты мне айфон Слава, подарил. А тут шестой. Дарят. Ты офигела? Чего? Что, не жена, что ли, блин? Ну, нет. Айфон ей подарить, шестой. Да. Подписчики. Шестой. Кто из вас подарит ей золотой айфон? Шестой? А где мой этот? Ну, быстро ты упышнись ко мне. Погодь. Стой, отдай мне булыжник. Подожди, ты пошни меня. Сама ты пышнись. Ну, блин. Ладно, сейчас, погодь, ТП. Блин, где ты прописан? ТП. Сейли Дели к плохому мальчику. Ой, ой, ой. Давай сюда. Аккуратно тут кидай. Я не буду виновата, если они упадут. Не умничай, нормально кидай, и никто не упадет. Все, что ли? Это бомжара. Нет. Сам ты бомж. Бомжара ты. Бомжара. Давай я буду отбрасывать их, только не... Ты сейчас меня сейчас как отбросишь. За километр. Отбросит она. Я тебя сейчас отброшу. Бабочка у нас в замке застряла, еще какая-то красная девка. Да-да-да-да-да. Да. Она уже бежала, бабочка улетела. А красная девка осталась. Как красная девка? Я что ли? Кто же еще? Ну, не знаю, может, ты красная девка. Тут ты же в красном. Я не в красном. Ты это в броня. Я не поняла. Она имеет в виду вот это. Тубум. Броня. Да. Слушай, тут двери двойные. Двойной вход. Мы не сможем жить с призраками, они мешают. Да ладно. Ну, подожди, колонна, блин. Прохладно. Хи-хи. Хи-хи, ха-ха. Так.
Чин-чин, коробка для призраков. То пошли вы, скотина, отсюда. Коробка для призрака. Чуть-чуть. Коробка? Ничего, я нормальный человек. Да ладно. Да, прохладно. Надо поесть. Ужас. Тебе нельзя есть, ты толст. Нет. Я шучу. Я 21 левел. Она стройняшка. Прикинь, было недавно 12-й, сейчас 21-й. Ну это из-за того, что призраки, они очень много дают опыта. А? Опытные призраки. Опытные. Я чувствую себя Дином Винчестером. Кстати, вот тут, если ты прокопаешь, там кровати. Чего там прокопает? Там... Подожди, если... Да уйдите, призраки! Ты кому? Ты чё? Призракам. Призракам. Она с призраками общается. Вы ненормальные. Они, короче, вон там. Нет. Это ты ненормальный. Ой, кто-то сделал. Блин, я же тебе сказал, ступеньки не надо. Надо лестницу наверх. Верстак куда поставила? Там он. А, вот он тут у меня. Ставь быстро. Видишь там под этим кровати? Да, вижу. Прокопай. Надо их... как всегда я. Ну, а ты же обнаружила. Ну, а ты увидел? Я еще даже не смотрел. Уйдите, призраки. Их слишком много. Вот-вот. Не мешай. Тайм-сетик делать. Тайм-сетик делать. Заткнись. Да уйдите, бесит. Я хочу сделать необычный дом для призраков. Чё за... Неровно, что ли, опять? Чего неровно? Я кровать. Криво. Вообще Пенни. Криво. Пошли вон отсюда, скотины. Ну, теперь ровно. Да. Теперь ровно. Солидели, сдохни. Солидели. А чё за солидели? Не знаю. Ты не знаешь, что значит твой ник? Подписчики, вы знаете, что значит Солидели? Ее ник. Простой Солидели. Небось, какой-то маньяк. Конечно. Конечно. Конечно, блин. Или герой мультфильма. Да уйдите. Да бейте. Лошадка Д'Артаньяна. Конечно. Конечно. Тебя можно так назвать? Нет. Почему? Найс. Ты много себе позволяешь. Нет. Многое себе позволяешь. Многое себе позволяю. Ну ты же друг, с друзьями можно все. Да, а давай. Ну да, в принципе, можно. Значит, я могу все, что угодно. Ты охренела? Ну ладно, я нечестно. Многое себе позволяю. Настя, ты пошлись ко мне и дай мне еще. Кого? Этих булыжников. Вообще-то я кровати там доставала. Сейчас я их поставлю. Ты перекопала все? Ни хрена не достала. Достала кровать. Блин, я запрыгнула. Фак. Че это с бедной Насюсей? Ну, прыгай. Слушай, у нас получился не замок, а грабли. Грабница. Ты что туда приперлась наверх? Кровать поставить. Кровати ставилка. Ну там... идите, призраки. Все. Типа, пока что так будет. Кто я, гений прям? Вообще гений. Не то, что Настя. Да-да. Черепушки нифигасть. Чё сморозил? Настя в черепушке нифигасть. Чё сморозил? Мозгами думаешь вообще? Все, мы, короче, коробку построили, блин, для призраков. Не, просто невозможно жить, я не могу даже строить нормально. Жить невозможно. Жить невозможно. Пошли домой. Подожди. Слушай, давай их разрушим, это сделаем своим домом. Я вообще-то булыжник собираю, ну ладно, я пошла из шахты. Ну его нафиг, этих спавнеров. Всё. Да, вообще. Ты прав, к черту все. Этих призраков, они мешают жить. Нормальным людям. Ну, как нормальному человеку и Насте. Тащи факела. Ой, у меня нету. А, есть, стой, стой, у меня есть. Тогда свети, я за картиной.
Конопля выросла уже. Поздравляю. Что у нас еще? Вообще можно пол сундука. Вообще все туда можно перетащить. Вообще, да. Давай тащи туда. Потому что вот там, Такая где мы умная, жили, давай там тащи-то. стрекозы. Там эти стрекозы. Они как раз здесь и спавнились, между прочим. Зато Ну, здесь пошел отсюда. муравьев не будет, наверное. А при... Достой. Призраки, вы достали. Уйдите отсюда, Эй, но. ты что меня убиваешь? Я Они тебя все не равно убью. спавнятся, по-моему. Да. Да не может быть. Да? Может, мы забыли какой-то спавнер? Ты забыл. Ты ломал все. Заткнись. Слушай, а может они без спавнеров сами? А, все, больше нету. Все, украшай дом. Ты же баба. А ч... Чего? Давай сюда поместим. Э! Мой топорик, иди сюда! Давай сюда поместим. Как его забрать? Не знаю. О, еда, смотри. Где? А ее забрать можно? Картина. Сломай картину. И заберешь. А ну отдайся мне. Эй, Смотри, офигел? сосиска. Тут. Топор исчез. А, вот он. Смотри. Топор. Картина. Эта картина, знаешь, какая самая божественная, великая. Картина Репина. Да. Слушай, давай ведро засунем. Ты охренел, ведро, цветок и мясо? И чё это эти хрени здесь летают? Смотри. Опыт. Это опыт. А он Опыт. из низа. Он снизу прилетает. Блин, я вот так и назову серию, честно. Ведро, цветок и мясо. Выживание с девушкой, блин. Давай факел Дай поставим. нормально Топор, поставь. семечки. Можно. А мне уже больше нет картин. А, нам сундук надо зафигачить. Да. Заприватить. Кто-то сломал мою картину. Картина улетела. Вон она в углу. А? Улетела. Летающий мясо. Ты Так. только о нем и думаешь. Где бы поставить? Где Вот, поставить? семечки В будут тут. углу. А где верстак? Верстак на улице. Или у меня? Нет, у меня нету. Наверху он, по-моему. Представляешь? Представляю, представь себе. Угу, Тащи представь. остальные эти. Чё ты тут расслабила булки? А Вещи из там этого. кровати. Наверху они. Я их Да не не видела. кровать, а вон там, где наш старый дом был. А, ну там только верстак и камень был Нет, уже. там в сундуке половина еще. А, ну да, точно. Я, у меня Все. все не поместилось. Так, Печально. у нас тут много чего есть, кстати. Мы тут бага зажиточные бобры. 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 Хачи. Так, вещи мои. Так. Руби то, что да, и то, что да. Не, я мне пожрать надо что-то вот так возьму. Ну и половину золотых яблок тоже пусть. Ну и половину И... золотых яблок, пусть тоже. Мне этот опыт надоел, надо его собрать. Ну беги ты, тупая. Ты себе? Нет, Стиву. Все, наконец-то бежит она. Персонажу, точнее. Она разговаривает со Стивом. Ах, я понял, откуда этот опыт. Смотри, он прям. Снизу. Он внизу валяется и наверх это. А ну пошел, иди сюда. Фу, тут миллиард опыта прям был. Да. У тебя какой уровень? Миллиардный. Ну да. 35. Все. Птички летают. Сундук Тип-тип-тип-тип-тип. открытый залагал. Где? А, я знаю, что надо, я знаю, что У меня делать. сундук залагал, представляешь? Давай я вещи положу, они у меня все тут, как бы, в кармане. Ну, ложи, ложи. Так, мне нужны доски. Мне нужны палки. И доски. У нас томат стак целый. Я знаю, можешь прожрать, если хочешь. Я уже ела. Так, ты не помнишь, как заборчик делался? Угу, помню. Я вечно забываю, как он делался. Это не как в 1.8. Да? По-старому, да. А, то есть, ну, понял. Ну, то есть по-старому.
Да я понял, заткнись Ну, же. то есть по-старому, да. Я знаю честь. Я уже сделал. Эй! Шо он? Ты что сделала? Опять Сейчас, сейчас. картину ломает тут, блин. Мебель. Смотри, смотри сейчас. Яблочко. Яблочко взяла, моего яблочко поставила. А вот здесь у меня будет, знаешь что? Что? Угадай. Не скажу. Где моя? Здесь будет загон для уточек. А, да, там. Утятя, Ой. утятя. Они чем питаются? Давай их размножай. Давай стекла сделаем оконца. Тихо. Они не едят семечки. Чё жрут утки вообще, хлеб? У тебя хлеб есть? Может, Нет. кукурузу поедят тоже? Семечки. Утята, хотите кукурузу? По идее, утки должны быть в воде. Они у нас там плавают по этому, по бетону. Кинь мне эти факела. Сейчас. А, Ох. они в сундуке все. Ломает тут мебель. Ну да. Нету здесь сундука. А, вон они там. Вот у меня еще два верстака есть. Ну, Один ладничка. будет тут, а другой будет Утята, утята. где-то. Слушай, может нам дверь поставить? Вот-вот. Я о том же. Все дерево там. О, красивый так домик получился. Только нужно песка добыть и сделать эти окна, Окна. Ну это ты панели. сама делай. Почему я-то опять? Потому что ты ни хрена не делаешь. Спасибо. Да я любя. Ты все равно ни хрена не делаешь. Все Спасибо. равно у нас двери открытыми будут, потому что неудобно зала. О-о! А лесенки поставь. Иди сюда. Огромный жук. Ой. ПВП! Класс! Может, Стой! мне тоже? Он очень сильный, 250 хп. Ты там сражайся, дверца Эй, он закрыта. меня подкинул до 300 миллионов километров. Он меня убьет. Ну, тебя убили. ТП-хайся ко мне. О-о, я, кстати, совсем в миллиардах километрах от тебя. Не ТП-шнись. Только не, меня не ТП-шни. ТП. Зачем? Турбак Сали Дели. Привет, Сали. Сэлли. Сэлли Делли. Да. Я Сэлли Делли. Молчи, детка. Ты охренела. Да Он он прям все равно около не дома. проло... Ой. Нету его. Где он? Он прям в дверях там стоял. Что ты гонишь? Сейчас уже нет, он ушел. Ты не... Давай, А, вон он, уже. вон он. Он не зайдет, не парься. Он может тебя прям туф, подкинуть там на миллиард километров. Борьба с Давай, жуком. Давай... мальчики первые выходят. Стоит трусиха хренова. У меня штанов Малый, ты как смеешь дома без штанов ходить? Офигела семечком по башке, ну. Хорош драться, блин, мне жрать даже нечего. У меня есть мяско. Да, Мяско. мы Тебя сама жри покормить сырой говядиной. сырую гави. Готовить ни хрена не умеет, блин. Умею. Бесполезная жена. Этот жук Хорошо. все ждет. Давай на этом закончим серию. Давайте. И в следующей серии повоюем с жуком. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Утятки. С вами был Турбоежик и Утятки. Всем пока. А ты чё, я про утяток, они мясо жрут. Да, Пока, ребят. серьезно?